американский городок Ракун-Сити был полностью уничтожен из-за утечки Ти-вируса, разработанного международной корпорацией Umbrella. Клэр Редфилд, прибывшая в Ракун-Сити на поиски своего пропавшего брата Криса, вместе с молодым офицером полиции Леоном С. Кеннеди смогли сбежать из города. Но это стало лишь прелюдией к последующим событиям. Три месяца спустя. Твой идентификационный номер WKD-4496. Добро пожаловать в свой новый дом. Ее зовут Клэр Редфилд. Мы арестовали ее 10 дней назад, когда она пыталась проникнуть на территорию комплекса. Похоже, она прибыла сюда в поисках своего пропавшего брата, Криса Редфилда, одного из уцелевших членов небезызвестного отряда Старс. Замри. Thank you.
Замечательно. Давай, уходи отсюда. Этот комплекс обречен. Не знаю, куда подевался этот отряд спецназа. Но как бы там ни было, комплекс захвачен. А наша служба охраны уничтожена. О чем ты? Ты можешь покинуть комплекс. Но, возможно, тебе уже не удастся покинуть этот остров. А как же вы? Что вы собираетесь делать? Не беспокойся обо мне. Стой, стой!
Не стреляй! Кто ты? А? Так ты не зомби? Отлично! Никуда не уходи! Я спускаюсь! Прошу прощения за это недоразумение, но я подумал, что ты одна из этих... Замолчи! Шевельнешься, и я выстрелю. Расслабься, красотка. Я же извинился. Меня зовут Стив. Я был заключенным на этом острове. Мне кажется, что ты не из корпорации Umbrella. Нет, я Клэр. Клэр Редфилд. Клэр? Мило. Постараюсь запомнить. Эй! Я слышал, что здесь есть аэропорт. Как только я найду его, я смогу покинуть этот сумасшедший остров. Ну, бывай! Эй, подожди! Я не хочу, чтобы ты шла за мной, леди. Ты будешь мне только мешать.
Oh,
Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Крис Редфилд. Что ты здесь делаешь? Крис Редфилд. Он что, твой какой-то родственник? Ты о моем брате? А-а-а. Вы брат и сестра. Что ж, похоже, за твоим братом следят люди из Амбреллы. Что? Мне нужно связаться с Леоном и передать ему, что за моим братом следят. Как хорошо, что у меня есть связь с внешним миром. В этом файле указана долгота и широта острова. Ха, может, стоит послать их твоему брату, чтобы он прибыл на помощь? Спасибо, я так и сделаю. Хей, да я прикалываюсь. Он не сможет сюда попасть, будь он хоть трижды твоим братом. Нет, он сможет, я знаю. Нет, не сможет. Будешь полагаться на других, сильно разочаруешься. Поверь, уж я-то знаю. О чем это он? Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик.
пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Thank you.
Пожалуйста, положите все металлические предметы в ящик. Yeah.